Мы считаем, что это, наверное, самое страшное нарушение, когда воруют голоса людей. И за этим ЛДПР будет следить. На каждом избирательном участке по члену участковой комиссии. Руководитель Оренбургского отделения либерал-демократов Андрей Рейслер на сегодняшнем брифинге заявил о главной задаче партии – сделать предстоящие выборы честными и по закону. По словам руководителя оренбургских либералов, причины на то есть. Сегодняшний день у нас, в принципе, есть определенная информация из первых, скажем так, источников о том, что некоторые территориальные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии готовы, скажем так, нарушить законодательство. Мы это точно не допустим. Мы приложим все усилия. Сегодня оппозиция уже создана 5 штабов, куда, по словам Андрея Рейслера, будет стекаться вся информация с предстоящего голосования. И, соответственно, при уличении кого-либо в фальсификации бюллетеней действовать будут по закону, и Москва моментально будет поставлена в известность. Если, не дай бог, мы кого-то поймаем за руку, то будут приняты самые серьезные меры. Мы в том числе и призываем и власти Оренбургской области, чтобы они обратили на это внимание, потому что на честность этой избирательной кампании и на честность непосредственно в день выборов. Кроме того, руководитель либерал-демократов заранее призвал пока неизвестного победителя выборов, цитата, обратить внимание на формирование команды профессионалов, которая могла бы, пользуясь сложившейся обстановкой в стране, восстановить сельское хозяйство области и слезть с нефтегазовой иглы. Иван Бер, Вадим Нечаев, «Наше время».